Так были потрачены бюджетные миллионы, выделенные на создание в нашем регионе особой экономической зоны, проверит Генеральная прокуратура. Особое поручение дал президент России. В частности, предстоит узнать, почему после освоения 119 миллионов рублей на берегу Байкала до сих пор не появилась экономическая зона. За 8 лет удалось лишь подготовить проект. Об этом Владимиру Путину сообщили представители Общероссийского народного фронта. Также результатом их встречи стало поручение проконтролировать, как выполняется федеральная программа по охране Байкала. Главный вопрос – соблюдаются ли меры профилактики пожаров на берегу озера. В частности, предстоит проверить, насколько эффективно были потрачены выделенные в прошлые сезоны деньги. Чтобы привлечь еще больше внимания к этим проблемам, активисты предложили провести в Иркутской области всероссийский экологический форум.